Появляется вот такое вот поле. Алиса хочет украсть пирожки. Раз, два, три. Вы догнали Крошка Ксю. Всем привет, вы на канале Крошка Ксю. Сегодня у нас что будет? Мы будем разыгрывать для вас Алису за зеркалью. Да. Хоть акция закончилась. Но мы решили разыграть эту книжку среди наших подписчиков, а также сделать обзор в этом видео этой книжки. Там есть очень интересная игра, в которую мы сегодня и сыграем. Да, мы уже закачали приложение. Да, вот здесь есть инструкция, как его установить и вот, что сделать. Вот, называется Wonderland R. Так, вот. Вот, мы открываем приложение и ищем. Сейчас ищем и... Вот, смотри. Вот. Смотри, сначала посмотрим вот с такими вот картинками. Фотографии оживают. Ну-ка попробуем, давай. Вот. Открываем. Оп. Вот. Вау, кошечка. О, что ты тут читаешь? Смотри, она кошку выпустила. С клубочком. Здрасте. Вот такая вот Алиса. Шашки. Ой. Угу. Загадка. Смотри, она уронила книжечку. Нет, что это? Алисе называется книжечка. Во, сейчас присядет обратно. Все. Давай найдем эту игру. Мне так она понравилась. Которую мы сегодня с тобой сыграем. Она находится на 87-й страничке. Называется «Лев и единорог». Единорог! Я люблю единорог. Ой, я люблю единорог. Просто уже. Начинаем игру. Давай, играй. Появляется вот такое вот поле. Алиса хочет украсть пирожки, а мы с зайчиком, мы хотим захватить пирожки. Да, нам нужно поймать как можно больше. Оп. Жадина. На грибочки нельзя. Быстрее, давай. Ну почему? Ну. Главное, чтобы нам мухоморы с тобой не попались. Теперь я поиграю. Ну-ка. Я поняла, как играть в эту игру. Так. Вот. Нет, не поняла. Нет, подожди. Я думала, что так получится. Слушай, у меня вообще он не убегает никуда. Заяц, давай. О. Давай, оп. О, бежит. Почему он у меня бегает? Исчез. Вот такая вот книжечка, которую мы хотим разыграть с Ксюшей. А условия розыгрыша очень простые. Да, подписка на наш канал, на инстаграм Ксюши. Да, ставить лайк. И оставлять комментарии под этим видео, участвую и где свой город. Где вы живете? Да, свой город оставляйте. И тогда с помощью генератора случайных чисел мы выберем победителя, кому отправится такая вот книжечка. Интересно, кому достанется эта книжечка от Льюис Кэрол. Угу. Поэтому, чтобы не пропустить наше новое видео, где мы разыграем эту книжку, подписывайтесь на наш канал и нажимайте обязательно колокольчик, чтобы первыми узнавать о наших новых видео. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Да, всем удачи. Пока-пока. Я вас буду все время называть крошками.